Пока облицована цветной плиткой только часть фасада. Здание строится неравномерно, поэтому есть блоки, в которых еще даже крыши нет. Но до зимы, обещают строители, закроют все проемы окнами и дверями, чтобы бросить все силы на внутреннюю отделку. Какие там внутри будут главные цвета, пока рабочие еще не знают. Но главное отличие этой школы, конечно, не в оттенках стен, а в том, что она будет самой большой в Абакане, на 1000 учеников. И, скорее всего, это будет лицей с инженерно-техническим уклоном. А еще в ней будут два спортзала, специальные игровые площадки для младших классов, кабинеты для кружков, уличный стадион, футбольная и баскетбольная площадки. И, конечно, видеонаблюдение. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году вместо стройки абаканцы увидят школу как с картинки.